Так, здравствуйте, обзор на ноутбук Samsung. Как указано в объявлении, батарейки у него в комплектации нет, то есть он без батареи. Ну, зарядка, соответственно, в комплекте есть по внешнему состоянию, по корпусу, в принципе, сильных каких-то царапин, потертости нет, ну, небольшие следы эксплуатации присутствуют. Так, клавиатурка у нас рабочая полностью, да и, в принципе, он полностью рабочий, за исключением того, что у него нет батарейки в комплекте. А, ну, соответственно, батарейки нет, да. Какого-либо сильного шума при работе тоже не наблюдается. Так, еще раз. Характеристики вам покажу. Ну, 8 оперативки. 4-ядерная AMD A10, 4-го поколения. Так. Дисплей. Жесткий диск SSD-шка стоит здесь. Раз, два. Ну, соответственно, USB все работают. Сейчас флешку вытащил. Второй разъем проверим. Так, флешку обнаружил. Третий USB. Да, также флешка сразу отображается. Сейчас повторюсь по работоспособности рабочей. Вот. Давайте закроем. Ножки есть, подписывайтесь.